Раиса Сидорова из Курманаевки спустя 40 лет снова чувствует себя ученицей. Сесть за парту заставило желание освоить компьютер. В настоящее время без него просто никуда, отмечает пенсионерка. Поначалу было сложно, но потом привыкла, как и другие ее одногруппники. Пришла почти с нулевой информацией, но сейчас я уже что-то разбираю, пытаю, записываю, дома я проверяю все это. Мне очень нравится. Постигать основы компьютерной грамотности пенсионерам помогают волонтеры. Школьники приходят в комплексный центр социального обслуживания населения и охотно делятся своими знаниями. Мне даже понравилось там вот объяснять, вот они как бы люди не менее такие способные, чем мы, им трудно все это дается. И вот показывать им, как вот там зайти первый в интернет, для них такая как бы вот неожиданность, радость, когда вот они могут сами. И самому тоже удовольствие доставляет после вот того, как бабушку научил. Зачастую именно граждане пенсионного возраста и инвалида боятся работы за компьютером, потому что считают, что им это не под силу. Наша образовательная программа «С компьютером по жизни» ориентирована на то, чтобы объяснить пенсионерам, что интернет помогает людям найти общение, помогает людям реализовать свои способности. Аналогичные программы работают и в других территориях региона. Так в Оренбурге обучение прошли проживающие в геронтологическом центре «Долголетие». Они должны уметь выходить в интернет, иметь личный кабинет, суметь заказать справку, не выезжая. Тем более, что многие из них на костылях, вы видели. То есть некоторые ходить не могут. Поэтому мы что смогли, то дали. 28 часов для получения базовых знаний вполне хватило. Теперь многие подумывают о покупке собственного компьютера, чтобы всегда быть на связи с близкими. Обучение хорошее, все объясняют нормально, доходчиво. Все. Единственное, что, конечно, нужно много с ним работать. Если работать не будешь, то ничего не получится. В Оренбургской области работают 40 комплексных центров. Именно они стали базой для того, чтобы бабушки и дедушки освоили технику, которую совсем недавно считали чудом. В рамках областной социальной программы второй год подряд правительством Российской Федерации организована вот эта работа по обучению неработающих пенсионеров именно компьютерной грамотности, что позволило нам обучить вот за два года более 1800 человек. То есть в этом году вот у нас 1100 человек будет обучено компьютерной грамотности. По окончании курсов слушатели получили сертификаты, как подтверждение того, что теперь они не просто пенсионеры, а люди, которые идут в ногу со временем.